Всем здравствуйте! Больше 2 лет назад актер Павел Табаков и его коллега по актерскому цеху Софья Синицына стали родителями замечательной дочери. При этом долгое время пара скрывала факт появления их общего ребенка на свет. Даже сейчас, когда все уже давно в курсе об общем ребенке Табакова и Синицыной, звезды не очень активно рассказывают о своей наследнице. Тем не менее, Софья недавно сделала исключение из своих правил и принципов, и все же поделилась любопытным и доселе неизвестным фактом о наследнице Павла Табакова. Молодая мама призналась. Изначально хотела дать дочери имя Рита, примерно месяц наследница носила это имя, но затем родители все же решили назвать ребенка Мией. Софья считала, что девочка будет темненькая с зелеными глазами, но она оказалась белокурой и с голубыми глазками. К слову, Зудина нашла общий язык с экс-избранницей Павла и часто нянчится с внучкой, когда Синицына улетает отдыхать или занята на съемках. Поговаривают, что именно вдова Олега Табакова заставила сына поступить по-мужски и не отказываться от отцовских обязанностей. Теперь актер снимает Софье и их дочери квартиру в центре Москвы, оплачивает няню и дает средства на бытовые нужды малышки. Однако ни о каких близких отношениях между бывшими влюбленными и речи быть не может. Якобы сперва Синицына пыталась воспользоваться ситуацией, чтобы вернуть Павла, но у нее ничего не вышло. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.